Откроем конструктор картинок, достанем фон джунгли, выберем из папки дикие животные разных зверей и населим наши джунгли. А теперь придумаем сказку вместе с ребенком. Сказку про гигантский банан. Однажды в джунглях на пальме вырос огромный банан, вот такой величины. Собрались звери вокруг и стали спорить, кому принадлежит этот банан. Первая прискакала обезьяна и говорит: «Я питаюсь бананами, поэтому банан будет мой». Пришел жираф и говорит: «Это почему же это вдруг твой? Я здесь самый длинный, только я достаю бананы с верхушек пальмы». Пришел носорог и говорит: «Я здесь самый голодный, самый тяжелый и самый рогатый. Мой банан». Наконец пришел царь зверей, лев. Сейчас мы его сделаем побольше. Вот такой лев пришел и говорит: «Это почему же это банан ваш, когда все в джунглях? Мне достанется банан и больше никому». Что же делать? Собрались звери вокруг пальмы. Всем ведь банан хочется. Он такой желтый, красивый, привлекательный и, наверное, очень вкусный. Тогда позвали мудрого змея с красивым красным бантиком. Приполз змей и говорит: «Ну что вы спорите? Мы живем в джунглях. Это опасное место. Надо дружить. Нужно как-то общаться. Нужно уметь делиться. Давайте подумаем о том, чтобы поделить этот банан на всех». «Ни с кем делиться я не собираюсь», – ответил лев. «Банан будет только мой». Да, кому же достанется банан? Вот тут-то мы и предоставим слово нашему ребенку. Пусть сам подумает. В конструкторе картинок можно создавать очень много интересных сюжетов, придумывать к ним сказки и рассказы. Это и развивает, и приносит большую пользу. Удачи!